Срочные сообщения приходят сейчас из Таганского суда Москвы. Несколько минут назад выдана санкция на арест Андрея Попова, который сам себя называл богом Кузей. Он организовал секту. Попов и его помощники были задержаны накануне и сегодня же. Так называемому богу Кузи предъявили официальное обвинение. Пока статья одна. Это мошенничество, но не исключено также, что в ближайшее время будут предъявлены обвинения по другой статье о создании деструктивного культа. Она предполагает до 4 лет заключения. Сам бог Кузя категорически свою вину не признает.